Всем привет, дорогие друзья, с вами Никита, и сейчас я покажу вам очередную посылку с eBay, а именно я заказывал защитную пленку для планшета нового своего Asus ME176CX, который прошедший месяц, скажем так, в сервис-центре и оказался бракованным. В итоге мне выдали бланк на замену либо на возврат денег. Конечно же, я верну деньги, я не буду заменять на тот же самый планшет, потому что, открыв тему на FOPUDA, я участвовал в той самой проблеме, в решении той самой проблемы, из-за которой я отнес этот планшет. Это автономная работа. Intel все-таки пока очень сыроват и не советую брать ничего на Intel'е. Ну да, может, мне просто настолько не повезло, у других все получше, не знаю. В общем, пришли пленки, и я хочу вам сказать о том, что некоторые вещи действительно лучше покупать на eBay, и пусть получается не в 10 раз дешевле, как вы рассчитываете, и приходится подождать очень долго, но все же стоит взять на eBay, потому что, ну, не знаю, вот, например, в моем городе стандартная пленка на 7-дюймовый планшет, то есть универсальная, которую ты наклеиваешь и обрезаешь под свое устройство, стоит то порядка 300-350 рублей, самое дешевое, ужасного качества. Здесь же я нашел родную пленочку под тот планшет, и всего за 63 рубля мне положили две пленки, отправили. И сейчас посмотрим, какого они качества и как они выглядят. В общем, шли они, конечно, очень долго. Это, пожалуй, одна из самых долгих посылок за все время. 38 дней я нашло. В общем, ну, очень долго. Потому что я заказал в последних числах августа, а пришло в октябре. Я уже хотел открывать диспут, но в итоге случайным образом, в общем, повезло. Пришло извещение. Пришло оно в обычном письме, вот так вот интересно было закреплено на веревке или на нитке, не знаю, что это такое. Обычным письмом, чтобы не переплачивать, это в принципе разумно, ну в принципе, вот так вот, как в любом магазине, они между двумя картонками, чтобы не помялись, специальный материальчик, чтобы их протирать. И вот такие вот две пленочки. Ну, по сути, они не родные для планшета, а это те же самые универсальные, просто их вот так вот продают людям за копейки. В принципе, можно их купить еще дешевле. Я купил за 63 рубля, можно было сделать это всего за 30. Ну, в принципе, я просто побоялся взять их за 30 рублей или выигрывать на аукционе, потому что они могут быть какими-нибудь палеными и так далее. В общем, в принципе, даже на мой Samsung можно ее наклеить, и она будет как родная. Так что, вот такая вот полезная вещь. Однозначно стоит брать на eBay. Ну, пусть не намного дешевле, все-таки 63 рубля и 350, разница не такая уж прям, чтобы в 10 раз, но все равно есть, и качество одно и то же. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете об этом. Покупали ли вы себе планшет, который я покупал себе на Intel? Вообще, пользуетесь ли вы каким-нибудь устройством на Intel? И бывало ли у вас такое, что у вас попадался брак? Лично у меня много было китайских устройств, я что только с ними не делал, им было хоть бы что. И тут я решил взять себе брендовую игрушку от Asus и вот так вот получилось. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Твиттере, задавайте вопросы в Ask, заходите на мой сайт, ссылки в описании под видео. Пока-пока.